Добрый день. Сегодня в гостях журнал «Техника молодежи», номер 6, 84 год. Сказать так по-честному, я никогда журнал «Технику молодежи» вообще не читал, не выписывал, не листал. Это так, я первый раз ознакомлюсь с ним. Как я вообще так понимаю, позиционируется этот журнал как следующий после «Юного техника». Просто для более старшей аудитории. Ну, а дальше, наверное, уже «Наука и жизнь». Так, что-то у нас какие-то кулибины, разработки какие-то. Веломобиль, смотрите, какой. А здесь что-то похоже название какой-то Вильнюс, скорее всего. Такое обтекаемое. Сейчас посмотрим, что тут интересного. Смотрите, какой болотоход. Это похоже на этот ветряк 4. Дешево и чисто. Угу. Мы строим наш дом. Полтавы к России. Какие-то тут статьи такие. Аукцион иди. Завод завода в городе Краматорск. Ну да, здесь любили, конечно, так вот разнести вот такие статьи, как бы. Опять же, возможно, раньше как бы это и было и нормально, вот столько информации. То сейчас мы информацию по-другому потребляем. Так, какие-то автомобили. Какие-то, точнее, модификации, скорее всего. Скорее всего, это какие-то разработки, такие вот, как самодельные. Того, что какой-то спорт, какие-то названия такие. И вон, смотрите, тоже тут какие-то самодельные автомобили. О, ну, в таком дизайне много бывает автомобилей. Делают такие. Английские бывают такие марки, типа Robin Hood. Интересные. Там таких, как кожаные такие шляпы одевают, очки такие. Как вот у группы Yellow, знаете, есть клип. На таких машинках они ездят. Так. Лет до старости нам без старости. О, тут уже на 150 лет один недавно отличился. 150 лет хочет жить, говорит. Там, 100 лет ты еще молодой человек. Почти ребенок. Здоровье на старте, активность на финише. Парашюты поднимаются в небо. К такому мы не привыкли. До сих пор на парашютах только спускались на землю. Парапланы. Никогда не летал. Наверное, довольно интересно это. А недавно кто-то упал на этом параплане. Вот этот вот. Забыл его какой-то, по-моему, австриец. У него такая фамилия. Тоже такая, как австрийская, швейцарская. Человек, который прыгал с аэростата. Самый большой прыжок с парашютом. И он разбился на вот этой штуке. Ну, по-моему, у него там что-то с сердцем. Что-то сердце отказали, что он просто потерял как-то управление. Как-то там не факт, что он из-за какой-то ошибки или проблемы вот на самом параплане. Там что-то говорят, что вроде с сердцем что-то. Что он умер раньше, чем упал. Ну, могло ошибаться, я там сильно так глубоко не копал, так поверхностно слышал. Так, самолетики. В заклепках еще все. Ил-28, наверное. На веломобиль. Вот такой мне в детстве нравилось всегда. Такие вот машинки, ну, по подобной схеме были более похожи на автомобили, в разных парках фотографировались на них. И там можно было еще покататься. Знаете,
крутишь какие-то педальки, как машинка, руль такой вот. Интересно было. Ну и в детстве мне нравились такие автомобили. У меня дедка-то такой купил. Так. Только там педали были вот так вот, делаешь и едешь. Ну что, что он поломался довольно быстро, а что-то справить его там не смогли. Ну, в общем, как обычно все. Может, я с него, конечно, вырос. Маленькие машины. Ну, конечно, тут безопасность, где-то выйдешь, тебе это так, кататься, ну, по паркам кататься, да. Прокат. Их судьба этих штук, это кататься на прокат где-нибудь в парке. По специальным дорожкам желательно. Ну, смотрите, сколько разработок разных. Велосипед с легким кузовом. Он, смотрите, с крышей вообще такой. Вот в детстве на таком по деревне еще можно было кататься. Такой было, как машина сел, такой погнал где-то в киоск. Или на пруд. Он даже если с горки съехал, потом пробую заедь на нем обратно на горку. Так, лайнеры. Страница выходит в море. Это какой-то межгалактический прям корабль. Похоже, это какая-то такая разработка чисто. Ну, то, что сейчас лайнеры такие есть. Хотя, да, но здесь что-то такое нафантазированное. Буксируемый бассейн. Это видно, можно в нем как-то плавать в морской воде. Блин, я про такое не слышал. А может быть, такое где-то и есть. Конечно, можно потеряться или акулы сидят. Но с другой стороны, там какая-то сетка внизу. Получается, ты плывешь за кораблем в проточной, постоянно в проточной морской воде как бы. Напишите, кто вообще в курсе этих дел, что это такое. Это... Ну это еще, смотрите, это катамаран. Это явно какая-то просто прототип какой-то возможен. В центре изображен плавучий дом отдыха фирмы Виртсиля. Как-то так. Ну... Сомневаюсь, он в серию пошел. Ну, напишите, может кто-то в курсе. Я как бы специально не интересовался. Так, увидел первый раз. Лазер в рабочей спецовке. Есть ли жизнь в черной дыре? Секрет пчелиного гнезда. Да, в пчелином гнезде, как и в муравейнике, секретов, наверное, очень много. Винтокрылые роботы. Вот технологии, кстати, вот туда и пошли. Вот винтокрылые роботы. Вот здесь они угадали с технологиями, да. А летают, жужжат каждую ночь уже, задолбали. Образная морской стране. Про дельфинов. Трамвайчик. У меня в городе такой ездил. Чехословакия. Татра. Вольтер, изобретатель танков. Какие-то прототипы танков первые, видите, деревянные такие, на колесах колесницы. Ну, по сути, да, это по сути есть. Что-то, какие-то прообразы. Юмореска. Снять стружку. Видите, какие рубанки, фуганки.
направляющим роликом. Вот такой вот журнальчик. Противоборство космических стихий. Ядерные реакции, белые карлики. Свет далеких планет. Неплохой журнал, есть что почитать, однозначно. Так что подписывайтесь на мой канал, впереди еще будет много интересных журналов.